Нам вместе с вами нужно найти объяснение этому явлению. Что происходит у нас за окном? Как это объяснить? Как вы видите, это происходит не раз и не два. Эта веточка полностью сломлена, можно сказать. Даже можно сказать повержена. Естественно, метод скрытой съемки. Занялись питанием ненадолго, подкрепиться, подзаправиться. И снова. Так, походу уход за шерстью. Дальше. Экскурсия по горшкам, бросок на стену, так, ну там еще одна. И третья теперь. Здесь наступило временное затишье. Такая необычная активность у нас во дворе 8 октября.